Ну покажи. Да, сейчас. Давай. Тесла. А почему ты выбрал такой цвет? Так, сейчас будем взлетать. Это Тесла, какая модель? Экс. А? Экс. Тесла Экс. Это значит суперлюкс. Так, ну я понял. Так ты что хочешь сказать, что она может взлететь даже? Арон, а? Она может даже взлететь? Нет, если разогнаться. Если разогнаться, да. Арончик, что ты хочешь сказать? Что? Ты хочешь сказать, что когда ты ходишь, у тебя нету боли? А, у меня нет, нет. А ты все равно хромаешься? Ну, я хромаю. Ну, я пойду к врачу 3 числа еду. По поводу? Ну, это хип. Соломончик. Так здесь сколько спален? 4. 4. Так ему нужно минимум 5 детей тогда. Угу. Арончик. 10. Ну, ты ему, я ему должен пожелать... Нет, давай 6 для начала. Да, да, потом... Это счастливое число, 6. Да. Представляешь? Да. Молоток, что тебе сказать? Подожди, не понял. А здесь что? Это здесь тот, кто ухаживает за хозяйством. В смысле? А? Когда тебя нет, что ли? Да, да. Это тот, кто ухаживает за хозяйством. Да, молодец, Арончик. 23 марта 2023 года я у моего двоюродного брата Арона Капелюс. Да, красота. Там бассейн с рыбками, а здесь еще площадочка. Слушай, а ты где вот это купил? А что? Это здесь было? Это в Рязани. Так это было дерево здесь? Да, да. Слушай, классно. Так это при тебе в Рязани, ты уже купил с этим? Нет. Под заказ. Да. Так что это означает? Это просто мир, дружба. А где Магин Довид? А, это стена. Плач. Это стена плача. Ох, да, нифига себе. Это... А вон Магин Довид. Потоп, когда был потоп. А там это Джекоб Ладдер. Какой Джекоб Ладдер? Ну, есть, который, когда он спал, он поднимался наверх. Магин Довид. Молоток. Ну, вообще здорово. Подожди. Вот это сверху приклеено? Или... Да, да, да. Это все вырезано. То есть это облако? Да. Это были деревья? Было дерево, просто это отходили эти. Слушай, еще и рука. Ну подожди, это не рука. Это птица. Птица счастья завтрашнего дня. Нормально. Смотри, красиво. Красиво. Но это дорогое удовольствие. Сколько он потратил времени на это? 2 месяца. Два. Я думал, похлеще. Да. Красота? Ну, что сказать. Молоток? Тесла. Так ты давно...